Еще пару лет назад этот двор больше походил на заросший палисадник, вспоминает Мария Савина, председатель ТСЖ дома 24 по улице Мяги. Здесь девушка живет с 2008 года. За 14 лет благодаря Марии и активу жителей удалось добиться многого. Одно из главных изменений – детская и спортивная площадки. Их возвели благодаря программе формирования комфортной городской среды. Помимо этого, во дворе установили освещение и ограждение, уложили новый асфальт на проездах, обустроили парковку, которую так ждали жители. Пару лет назад в домах обновили инженерные коммуникации, а чуть позже отремонтировали кровлю. Преображение двора проходило при содействии администрации города. Теперь, говорит Мария Савина, в напоминании о том, как выглядел двор раньше, осталась только скульптура медведя, которые тоже нашли место на площадке. Двор стал вообще притяжением большого количества детей. Это прекрасно, потому что дети у нас цветы жизни. И, конечно, когда мы смотрим, как приходят мамы с детьми, когда они играют, когда они друг с другом дружат, они сидят как современные молодежь в компьютере, конечно, безусловно, это очень радует. Двор по улице Мяги преобразился благодаря жителям близлежащих домов, а также эффективному взаимодействию администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый житель города может повлиять на облик родного двора или дома и получить ответы на интересующие вопросы благодаря современной интернет-платформе ГИС ЖКХ. Каждый житель, если зайдет в систему ГИС ЖКХ, может, задав адрес своей квартиры или своего дома, получить полную информацию о том, начиная от того, в каком году построен дом, какая управляющая организация его содержит, какие виды ремонта проводились, ну и иная справочная информация. В будущем у жителей микрорайона еще много планов по преображению двора. Однако, как пояснила председатель ТСЖ Мария Савина, законодательство в этой области стремительно меняется, поэтому перед началом каких-либо работ по благоустройству необходимо понимать все нюансы новых законов. Для этого девушка и остальные председатели ТСЖ домов по улице Мяги посещают специальные семинары «Мой дом». Когда управленцы будут во всеоружии и с пониманием нюансов законодательства, тогда и продолжится дальнейшая работа по благоустройству двора. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.